Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. С вами Андрикс, и мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере gamai.ru. О, давненько уже меня не было на сервере. Где-то, наверное, уже 5 дней, если не больше. Дело в том, что я вот немножко простудился. Летом подхватил простуду, и сейчас, даже сейчас, у меня температура. Но вот есть у меня желание снять сейчас серию, да и нужно немножко придерживаться графика. Так что вперед! Чем же мы сегодня будем заниматься? Я вот уже совсем забыл, что я в последний раз хотел делать. Я вот хотел немножко себе доделать крыльцо. Сделать хороший дворик. И я вот еще, кажется, в пятницу начал подготавливать все. Начал укладывать здесь вот такой вот булыжник. И я думаю, что сегодня мы все это дело продолжим. Итак, давайте сделаем себе искусственный замшелый булыжник. Для этого нам нужен булыжник, которого у меня, наверное, очень мало. Сейчас посмотрим. Так, стак. Ну да, что-то маловато его у меня. И для этого нам еще нужны семена пшеницы. Так, давайте тогда отправимся по-быстренькому в магазин. Так, на спаун. И купим все, что нам необходимо. Очень надеюсь, что там продается булыжник в магазине. Семена там точно продаются, но сейчас все быстренько посмотрим. Господи, инет опять подлагивает, но я надеюсь, что не сильно. Итак, побежали. Магазин у нас вон там. Так, самое главное, чтобы там был булыжник, потому что без булыжника будет очень-очень плохо. Ну, если что, я, в принципе, за кадром быстренько накопаю и сразу же к вам вернусь. Но надеюсь, что он здесь будет. Итак, давайте поищем. Так, здесь различные руды, шерсть. Так, это шерсть. Возможно, он есть здесь. Так, здесь уже есть готовый замшелый булыжник. Стак за $80. В принципе, недорого, но я хотел бы сделать его искусственно. Заодно вам и показать один из новых рецептов на gamai.ru. Так. Блин, все-таки кажется, булыжника здесь нет. Есть стены из булыжника, а самого булыжника здесь нет. Это очень печально. Ну ладно, давайте сделаем так. Я сейчас быстренько спущусь в шахты, нарою много булыжника. Это, я думаю, много времени не займет. И тогда мы с вами начнем его искусственно делать, этот замшелый булыжник. Так, давайте купим быстренько семян. Так, где здесь были семена? Я их точно помню, что я в прошлой серии где-то покупал. Да, вот они. Они очень дешевые здесь. И давайте купим их как можно больше, чтобы у нас все красиво получилось. Так, давайте еще стак. Хорошо, 5 стаков, я думаю, пока что будет достаточно. Возвращаемся домой. Так, home. Ждем. Кстати, здесь, пока меня не было, произошла перегенерация мира, как всегда, в начале каждого месяца. И вот, огромное-огромное спасибо Ане, вы, я думаю, хорошо знаете, за то, что сохранила мою Альбертину. Она ее поместила в яйцо, и вот сегодня я ее опять выпустил. Огромное ей за это спасибо. Кстати, в конце серии мы еще сделаем небольшой сюрприз. Итак, я пока что вас оставляю на несколько секунд и пойду быстренько добуду булыжника. И, собственно, через мгновение увидимся. Итак, возвращаемся. И, как видите, миссия по добыче булыжника прошла более чем успешно. Я добыл довольно много булыжника и еще различные ресурсы. Уголь, лазурит, немножко золота, редстоуна и вот все тому подобное. Кстати, вот, как видите, у нас в гостях сейчас Гомер. Он пришел к нам в гости, тоже мне подарил вот немножко различных ресурсов. Большое ему за это спасибо. Еще и, по-видимому, его броня он нам подарил, но, к сожалению, у меня сейчас в инвентаре нет места. Так, давайте складем ценные ресурсы вот сюда, в этот сундук. Изумруды, железо. Так, лазурит тоже сюда. И давайте пойдем еще сразу же поставим на переплавку наши другие ресурсы. Железо и золото. Так,
Давайте в нашу печку на вечной энергии, на солнечной. Здесь у нас уже камень переплавился. Так, еще. И золотая руда. Золото сюда, железо сюда. Как наступит день, то они у нас начнут работать. Так, ладненько. Теперь давайте займемся тем, чем мы должны были заниматься. Так, булыжник есть, семена я тоже выложил, правда, куда я уже забыл. Все-таки температура очень хорошо сказывается. Кстати, вот, как видите, у меня теперь очень много яиц спавна. Спасибо за это игроку под ником, если не ошибаюсь, то печень или печень. Ну, как-то так. Так, куда я дел пшеницу? Точнее, семена. Кто мне скажет? А, вот сюда, хорошо. Семена пшеницы. Так, кстати, мне, как видите, опять еще подарили много брони. Огромное вам за это, ребята, спасибо, но больше мне брони не дарите, потому что ее уже я и так даже не знаю, куда мне девать. Так, давайте поставим сюда меч и возьмем вот эти семена. Хорошо, теперь давайте будем наконец-то крафтить наш замшелый булыжник. Так, кажется, он крафтится вот так. Это, кстати, одна из фишек сервера gamai.ru, один из новых рецептов. Так, так вот булыжник и так вот семена. И у нас получается замшелый булыжник. Перекрафчиваем. Хорошо, у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 стаков. Ну, пока что, я думаю, этого более чем достаточно. И давайте начнем здесь все копать и заставлять это все этим самым замшелым булыжником. Так, копаем потихонечку. Так, простите, я немножко выпью водички. О, хорошо. Так, как бы нам это все сделать? Давайте пока что сделаем вот так. Докопаем пока что до сюда. Кстати, сегодня у нас выходит наконец-то, кто не в курсе, Mortal Kombat. Думаю, большинство из вас знает, что это за игра. А кто не знает, срочно смотрите Википедию, ищите информацию. Это очень-очень хороший файтинг, и я его обязательно сегодня же куплю в Стиме, и у нас в ближайшее время будет прохождение на канале. Так, ладно, давайте, все-таки мы сейчас играем в Майнкрафт, будем все это заставлять. Вот здесь у нас небольшая дыра, каньон. Чтобы туда сейчас не свалиться, потому что это будет очень печально. Я уже не один раз сваливался в этот каньон. Даже один раз это запечатлилось в одной из серий. Так, заставляем это все булыжником. И потом я еще хочу здесь сделать два фонтанчика. Я, конечно, раньше никогда фонтанов не делал, но думаю, это будет впервые. Посмотрим, что из этого получится. Так, давайте еще уберем вот этот кусочек. Ой, там у нас была лестничка. Ну ничего, думаю, я потом все здесь восстановлю. Так, подождите секундочку. Что-то у меня очень першит в горле, но надеюсь, что до конца серии я все-таки голос не потеряю. Так, давайте еще сразу же уберем вот это. Так, здесь также заставим этим булыжником замшелым. Так, вот. Это убрать. И, собственно, получается у нас довольно красиво. Так, давайте сразу же и здесь уберем. Наверное, ускорять я все-таки не буду. Здесь еще не так уж много осталось. Так, и еще вот здесь. Так, тут нужно быть более внимательным, потому что здесь у нас обрыв, каньон, и опять-таки можно улететь. Так, кстати, я там увидел новых соседей, там, как видим, кто-то поселился, и туда мы сейчас обязательно сходим. Так, но сначала давайте все же доделаем наше крыльцо. Так, хорошо. И вот как-то так. Так, что тогда у нас получилось? Вроде бы неплохо.
Так, давайте, наверное, еще вот здесь доделаем. Если делать то, чтобы уже все было у нас симметрично. Так. Кто-то там уже с криперами воюет. Так, ну вот как-то так. Ты кто? Это, наверное, песик Гомера. Да. Очень-очень весело. Тебя как зовут, песик? К сожалению, я не знаю, как его зовут. О, зелье. Спасибо тебе огромное за зелье стремительности. Я думаю, в будущем мы им воспользуемся. Так, давайте перекусим. И я буду делать фонтан. Понятия не имею, что у меня из этого получится, но что-то, да, точно выйдет. Так, так, так. Для этого нам нужно каменные плиты. Так, стоп, вот у нас есть камень. Давайте его перекрафтим. Нет, не так. Сейчас я быстренько вспомню, как делаются каменные плиты. Возможно, вот так. Да, каменные плиты, все хорошо. То, что нужно. Давайте сделаем их 12. И пойдем попробуем их как-то установить. Так. Где бы сделать фонтан? Ну, я думаю, вот здесь будет неплохо. Так, ставим их вот так, если не ошибаюсь. Дальше. Ну, сейчас попробуем. Все будет познаваться у нас на практике. Так, теперь нам нужен заборчик, которого у меня нет. Немножко есть, но этого мало. Так, ну давайте скрафтим. Так, давайте я пока что выложу этот замшелый булыжник, который мне пока что не пригодится. Простите. Кстати, у нас уже есть каменные плиты. Я совсем забыл, что мне их подарили. Но да ладно. Так, так, так. Дерево, дерево. Где у нас дерево? Кто там, блин, воюет? Гомер, если это ты, то прекрати. Так. Дубовые доски. Перекрафтиваем их в палки. Все как обычно. И делаем заборчик. Вот так. Да, все верно. Давайте сделаем его как можно больше, чтобы нам хватило надолго. Блин, да что же я так сильно закашливаюсь? Совсем я не выздоровел еще, к сожалению. Но я надеюсь, что к следующей серии я поправлюсь максимально хорошо. Так. Забор. Ставим его вот так. Так. Нет, стоп. Стоп, секундочку. Я кое-что забыл. Есть ли у меня тыквы? У меня вот, кажется, где-то были тыквы, но я совсем не помню. Да, есть у меня тыквы, супер. Давайте сделаем из них эти, как их, светильники Джека, кажется. Да, светильники Джека, хорошо. И сделаем немножко по-другому. Кстати, нам еще нужно ведро для фонтана, конечно же. Есть ведро. Сейчас мы наберем в него воды. Блин, опять-таки воды здесь поблизости нет. Хотя, вон там есть озерцо. Ладно, бежим по воду. Сегодня у нас серия такая больше беговая. То я в шахты спустился, то сейчас бежим по воду. Но это я вырезать не буду. Вода здесь вот же. Уже здесь небольшое озерцо. Наберем все наши три ведра. Хорошо. И пойдем все-таки сделаем наконец-то наш фонтан. Так. Блин, Инет опять лагает. Что за черт происходит с моим провайдером? Так, так. Дальше вот так. Блин, да устанавливайся же. Что-то не хочет светильник устанавливаться. Ладно, давайте попробуем вылить воду. Что из этого получится? Из этого не получилось ничего. Ага, вот, что-то есть, но совсем не то, что я хотел. Заливает слишком много. Хм, как же тогда сделать нормальный фонтан? Я, к сожалению, этого совсем не знаю. Так, давайте тогда это уберем и попробуем сделать какую-то площадь немножко побольше. Так. Давайте сделаем вот так. Так. Сейчас что-то, да надеюсь, у нас выйдет. Хотя я совсем не уверен. Так.
где у меня еще плиты. Черт, я их дома забыл. Ой, что-то я сегодня слишком фейлю. Но ладно, потерпим. Так. Вот так. Возможно, сейчас у нас что-то получится. Так, убираем вот это. Так, отсюда я выпрыгну. Блин, что-то у меня плохо с паркуром. Ну, понятно. Выпрыгнуть мне сюда сейчас не получится. Так. О, хорошо, запрыгнул. Так. Попробуем теперь, что у нас получится. Либо у нас получится хороший фонтан, либо эпичный потоп. Все-таки у нас получился фонтан. Хорошо, наконец-то. Наконец-то я его сделал. Так. Как видим, Гомеру понравилось. Хорошо, теперь давайте такой же сделаем где-то вот здесь. Так. Так, так, так. Как бы это вот так. Сделаем, чтобы они были симметричны друг к другу. Немножко промазал. Так, это убрать. Возможно, я потом некоторые моменты повырезаю. Хотя не уверен. Так. Вот так. И вот так. Вот, хорошо. Так, здесь заборчик. Так, это убрать. И сверху воду. Вот у нас полное ведро. Ну, выливайся, давай. Хорошо. Так, готов у нас второй фонтан. Здесь мы даже сделаем немножко по-другому. Сейчас я быстренько пойду домой, возьму светокамень. Он у меня где-то точно есть. Вот, хорошо. И мы сделаем ему подсветку. Так, 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 так. Это убрать. Надеюсь, я сейчас здесь не задохнусь под водой. А вот отсюда хорошо все убирается. Отлично. Так. И ставим сюда светокамень. Получатся у нас светящие фонтаны. И, в принципе, довольно симпатично. Давайте сюда поставим каменные плиты. Две. И вот как-то так. Такие вот у нас фонтаны. Давайте я быстренько на ускорении уберу это все и доделаю второй. Вот. Готовы у нас оба фонтана. Так. Все-таки еще мне очень хочется убрать это. Посмотрим, что из этого выйдет. И поставить сюда светильник Джека. Так. Ну, установи же, черт. Давайте попробуем всплыть на самый верх. Нет, я жму, но он, к сожалению, не хочет ставиться. Ну, сделаем еще лучше. Вообще, уберем все это и сейчас поставим его вот сюда. Вот. Как-то так. Получилось у нас что-то очень-очень странное. Ну и пускай так будет. А теперь давайте попробуем убрать эти светильники и поставить сюда забор. Возможно, теперь получится все как я хотел. Да. Вот, все как я хотел. У меня получилось. Вот такие вот у нас фонтаны. Сейчас еще и этот также самоорганизую. Так, убираем это. То ли мне кажется, то ли этот фонтан получился немножко ниже, нежели тот. Да, определенно так и есть. Давайте сделаем его нормально. Так, блин, что-то у нас опять эта серия затягивается. О, нам еще принесли арбузики. Спасибо тебе, Гомер. Так. Вот, мы его подняли. Так. Это... Стоп, стоп, стоп. Это все убираем. Да, все верно. Ставим здесь светильники. Два нижних убираем. И ставим здесь забор.
Вот, все у нас хорошо получилось, так как я и планировал. И вот теперь у нас есть два вот таких фонтана. Это очень красиво, очень хорошо. И я думаю, что на этом делать наш дворик мы закончим. Так, но серию я, конечно же, еще не заканчиваю. Так, давайте складем все, что нам не нужно, в какой-то ящик. Ой, пустого ящика у меня нет. Блин, это печально. Давайте все пока что оставим здесь, я потом заберу. Потому что сейчас ночь, и на меня могут напасть нехорошие мобы. И я эти все вещи могу потерять. Так, ну броня пускай будет, меч я тоже с собой возьму. Так, побежали, посмотрим на дома наших соседей. Что же там у них нового и интересного, и кто у нас новый поселился. Так, вперед. Так, привет, Андрикс, приходи в мой дом. Плюс 46, плюс 876. Это куда-то туда. Ну, немножко вроде далековато. Но я сейчас постараюсь туда сходить. Так, покажи его и возьми подарок. Так, подарочек, я так понимаю, здесь. К сожалению, этот сундук запривачен. Я его открыть не смогу. Привет, Андрик, спасибо за ролики. Ник 16. Привет тебе, огромный Ник 16. Спасибо, что ты их смотришь. Заходи, не бойся, засними это про таблички. Ну вот, заснял. И я думаю, что сейчас я также отправлюсь к твоему дому. Так, привет, Андрикс. Я здесь, кажется, уже был. Да, я уже здесь был. Вот здесь я еще не был. Так, еще Гомер хочет нам показать свой дом. Подождите секундочку, я ему быстренько отпишу. Что-то у меня язык не переключился. Вот. Чуть позже мы туда обязательно зайдем. Так, дом монстр. Андрикс, огромный тебе от меня привет. Тебе тоже огромный от меня привет, монстр. Заходи, не стесняйся. Зашел, все хорошо. Очень красивый домик, уютный. Давайте поднимемся на второй этаж. Эх, так, хорошо. А что-то я был застрял. Так, здесь у него, как видим, ферма. В общем, все хорошо, все замечательно. Уютный, красивый домик. Так, давайте сбегаем в тот домик, который был указан на табличке. Так, плюс 46, плюс 876. Это куда-то туда. Так, блин, это все-таки получается далековато. Ладно. Извиняй, в твой домик я зайду в следующей серии, когда буду, точнее, даже, возможно, и не в следующей, а когда буду делать обход этой всей территории, и тогда посмотрим. Ну, в общем, посмотрим, возможно, и сегодня. Так, давайте пойдем посмотрим домик Гомера. Веди. Так, побежали. Так, надеюсь, его домик недалеко. Так, а вот мы, кажется, и пришли. Да, дом Гомера. То, как мы бежали, я ускорю. Так, как видим, у него здесь тоже довольно интересный, красивый домик. Довольно большой. И довольно-таки неплохо. Здесь такая вот небольшая ферма. Все очень-очень симпатично. Так, давайте. О, здесь даже еще есть животные. Так, давайте пройдем выше. Так, тут у него еще что-то есть. Ну, пока что здесь ничего такого. Наверное, он еще немножко достраивается. Да, здесь тоже пусто. Но домик очень-очень симпатичный. Так, хорошо. Давайте теперь быстренько отправимся домой. Так, где здесь выход? Так. Выход, выход, да, выход здесь, хорошо. Ой, что-то меня начинает очень сильно плющить. Температура сказывается. Так, сосед, дарю тебе печеньки. Ну, это, кажется, не мне адресовано. Так, давайте быстренько забежим еще сюда.
Home Денис 3242, Random 34, Текстето. Добро пожаловать. Так, простите. Здесь тоже, как видим, тоже маленький уютный домик. В общем, все отлично. Ладненько. Что-то я очень-очень-очень сильно уже превысил лимит времени на серию. Но так уж получилось. Ладно, давайте еще быстренько сбегаем к Смоуку 222. Он нам должен был оставить яйцо спавна собаки, чтобы мы сделали Альбертине жениха. И я это обязательно сейчас должен сделать. Так, бежим быстренько туда. Так, что-то я, блин, не засек время. Это очень плохо. Я абсолютно не знаю, сколько уже идет эта серия. Но я надеюсь, что не более чем полчаса. Потому что тогда будет довольно печально. Так, где же дом Смоука? Он был где-то здесь. Кажется, вот. Так. Да, это его дом. Подождите секундочку, я быстренько попью водички. О, хорошо, горло промочил. Так. И вот, как видим, он нам много чего здесь подарил. Огромное-огромное ему за это спасибо. Возьмем, пожалуй, это. И вот что самое главное. Вот. Это самое главное. И сейчас мы это используем. Так. Давайте быстренько телепортируемся домой. Бежать я уже не буду. Потому что очень-очень сильно прижимает время. Блин, не вижу абсолютно клавиатуры. Потому что она у меня сейчас под столом. Видели бы вы, как я сейчас снимаю, вы бы, наверное, двинулись. Хорошо, что я еще не двинулся. Так, что это такое? Вещи для огорода. Это от Легресса, да? Огромное-огромное тебе спасибо. Я это, наверное, заберу в следующей серии. Потому что, как я уже говорил, абсолютно сейчас у меня нет времени. Так, делаем основное. Где у нас косточка? Не здесь. Так, вот косточки. Берем косточки и яйцо спавна волка. Не то, вот. Так. Запустим его куда-то вот сюда. И накормим. Стой! Стой, не убегай! Альберт! О, вот, супер. Теперь у нас есть Альберт. Вот это и Альбертина. Нужно бы Альберту перекрасить ошейник, как мне советовали. Так. Гомер у нас просит еды. И сейчас мы ему ее дадим. Так, где я делал еду? Вот. Так, держи тебе немножко еды. Вот, отлично. Так, хорошо, теперь нам нужен лазурит. Вот, у меня есть лазурит, и пойдем попробуем перекрасить ошейник Альберту так, как мне советовали. О, отлично, теперь у него синий ошейник, и мы их путать не будем. С красным ошейником у нас, это даже не ошейник, а больше похоже на платочек. С красным платочком у нас Альбертина. И синим у нас Альберт. Два милых песика. Все супер. Так, ладно, я думаю, что на этом я буду заканчивать, потому что я уже сам не знаю, какая эта серия по продолжительности получилась. Но надеюсь, что она вам понравится. И надеюсь, что она получилась как минимум интересной. Ладненько, продолжим мы через 2 дня. Это будет пятница. А сейчас я с вами прощаюсь. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был абсолютно упоротый Андрикс. И мы очень скоро увидимся. Играйте в Майнкрафт. Всем пока!